Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю очень сочную, нежную куриную грудку в форме лодочки. Присоединяйтесь! Нам понадобится куриная грудка 700 грамм, 1 средний лук, помидор, 4 зубочка чесночка, пучок зелени, масло растительное, сметана и небольшой кусочек брынзы на 100 грамм. Лук измельчаем полукольцами. Также нарезаем и помидоры. Грудку солим по вкусу и с одной стороны делаем глубокие надрезы с интервалом 2 сантиметра. Сюда же мы вставляем поочередно лук и помидоры. Кусочек фольги смазываем растительным маслом и выкладываем на него филе. Чтобы придать пикантный вкус мясу, посыпаем специями. Кусочек брынзы натираю на среднюю терку, измельчаю 4 зубочка чеснока и соединяю все с 4 ложками сметаны. Начинку выкладываем равномерно на поверхности мяса и края фольги уворачиваем в форме лодочки. Выпекаем куриное филе в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. Грудка выпекается в собственном соку, ее вкус получается очень нежный и сочный. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. И будьте первыми, кто узнает про наши новинки. До новых встреч!